Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Яна, и у меня идут ролики о коллекции моих блокнотов, несколько частей. Кому интересно масштаб всей моей вот этой процедуры, так сказать, посмотрите самое первое видео, первую часть, там в самом начале ролика я показывала, сколько этого всего у меня разложенного на полу, и я снимаю по частям, потому что, ну, если я сниму все это в одну часть, это займет, ну, часа 2-3, наверное, поэтому смотрим по частям. Кому интересно такого плана видео, оставайтесь со мной, поехали. Сейчас у нас будут маленькие блокнотики небольшого формата, на пружинках и без пружинок, и так далее. Значит, вот такой вот блокнотик, смотрите. Вот эти штучки, они блестящие, он на резиночке. Я сильно заострять внимание не буду, потому что иначе это очень много времени займет. Он в клеточку, ну такой обычный, я помню, и все, наверное, помнят это из этой же, так сказать, оперы. Эти блокноты продавались в фикс-прайсе, некоторые у меня еще в пакетиках. Посмотрите, какой он ребристый, красивый. А, потому что, ну вот я их друг на друга накладываю, чтобы они не портились. Через одного там и вот так вот. Тихо, все падает, друзья. Ой, это, конечно, смехота. Вот такой блокнотик, он тоже вот так вот переливается. И наподобие вот такой вот. Продавались они по 55 рублей в магазине Fix Price. Я раньше покупала все виды блокнотов. Ну, кто меня давно знает, тот, кто меня давно смотрит, в принципе, тот знает, что я раньше скупала просто все блокноты. Я, может быть, и сейчас бы скупала, но, к сожалению, сейчас не особо много чего в Fix Price. Еще сюда положу, чтобы видно было. Так, дальше. Вот такой блокнотик красивого цвета. Затем вот такой вот белый. Многие блокноты мы уже использовали. Что-то я дарила. Затем есть вот такой красивый блокнот Adler. Все привозят, допустим, с поездок ну какие-то магнитики. Я сейчас стала привозить блокнотики. Там, где я бывала. Вот такой вот красивый блокнот Merry Christmas. Затем вот такой вот красивый блокнот с кошечками на резиночке, он в клеточку. Вот этот блокнотик мне кто-то присылал из девочек в подарок, по-моему, Наташа, если я не ошибаюсь. Ой, если это Наташа, ты, большой тебе привет. Вот такой блокнотик под кожу. Затем у меня есть вот такой блокнотик из Гурзуфа, я привозила. Медведь гора. Так, есть у меня вот такой блокнотик Fashion Girl Shopping. По-моему, тоже в Сочи покупала. Мне он так понравился. Такой маленький форматик, прикольный. Космополитен, тырым-пырым, короче. Go Shopping. Ну, короче, такой. Знаете, девчачий-девчачий. Затем у меня есть вот такая вот прелесть. Мне очень нравится этот блокнот. Смотрите, какой он по бокам. Коллекцию я эту собираю всех своих блокнотов. Ну, не знаю, вот такие вот листики. Ну, наверное, 3, может быть, 4 года, поэтому вот у меня так много всего накопилось. У меня это самое запрашиваемое видео на канале, вот такой блокнот у меня есть. И я наконец-то решилась его снять, я в каждом ролике, в каждой части говорю про это, но на самом деле это очень трудоемкий процесс снять такое видео. Сейчас пойдут вот такие маленькие блокнотики, небольшие, на пружинках, ну, в общем-то, особого порядка, как я в каждом ролике повторяю, вот в этих частях у меня нету в блокнотах, потому что, ну, я как бы не особо сильно подготовилась, я вытаскивала это все, вытаскивала из разных мест. Вот такой вот красивый блокнот, смотрите, раз. По-моему, в Галамарте я его покупала. Париж, тут Ева мне порисовала немножко, ну, ничего страшного. Бывает. Но он у меня лежит в коллекции, потому что он очень прикольный и такой редкий, как мне кажется. Вот это мы все используем постепенно, то есть не все это у меня лежит. Вот таких вот у меня была куча блокнотов такого как бы формата. Мы это все используем, поэтому у нас это не просто так все лежит. Какие-то, конечно, редкие красивые блокноты я оставлю, а вот что-то такое мы используем постоянно. И не мешайте мне, я тут счастьем маюсь. Ой, какой милый. Я уже, знаете, честно говоря, давно так не разбирала свои блокноты. Я как раз сейчас навожу в них порядок. И, может быть, меня не очень хорошо слышно, потому что камера низко стоит, я более выше стою. И многие блокноты я уже, честно говоря, даже не помню, как выглядят. Мне интересно это все так пересматривать. Вообще супер. Как раз наведу вот такой порядочек в них. Вот такой вот. Невозможно победить того, кто не сдается. Дальше вот такой вот милый ежик с милым кактусом.
И вот этот блокнот мне тоже очень нравится. Если вы хотите сделать что-то великое в один прекрасный день, помните, один прекрасный день – это сегодня. Это действительно. Затем вот такой вот блокнотик. По-моему, я в Ашане его покупала, если я не ошибаюсь. Милая кошечка. Это уже в такие в твердые обложки идут. Фламинго. Я не заостряю, еще раз повторюсь, внимание на содержимом. Что там внутри? Ну, потому что, ну, если какие-то там будут такие необычные, я, конечно, покажу. А так вот, Надь, а что это у меня такое? Это же вообще не блокнот, нифига. Morning. Что это такое? 2000 Санкт-Петербург. Первая публикация на онлайн-переписке двух людей, их переживания, страхи, одиночество, страсть, любовь в наше время откровенно. В общем, короче, какая-то фигня, я думала, это блокнот. Что-то где-то мне попадалось, не помню где. Вот такой красивый блокнотик, он, знаете, такой приятный по ощущениям. Еще один с блестками. Некоторые, еще раз повторюсь, в пакетах у меня лежат. Такой вот классный, со снеговиком. Здесь вот такие вот страницы как раз актуальны сейчас. Раньше, еще раз повторюсь, в фикс-прайсе было много интересных блокнотов, а сейчас там вообще практически ничего нет. Вот такая вот красота, весенние такие цвета красивые. С зеркалом, помните, тоже много таких блокнотов было в фикс-прайсе с зеркалом. Есть вот такая вот девочка милая. Это был какой-то, по-моему, у меня набор. Там несколько было блокнотов. Есть еще один вот такой вот на пружинке, как мы с вами смотрели в мягкой обложке. Затем вот такие вот блокнотики с зеркалами. Вон она, я стою тут в три погибели. Вот такое вот зеркало. Вот такое вот зеркало. И вот такое вот зеркало с капелькой, да? Дальше вот такой блокнотик. Очень много слова «такой», «вот такой», поэтому прошу не судить меня строго, даже просто не знаю, что сказать, просто под музыку я не очень хочу показывать блокноты. Иногда что-то приходится комментировать, поэтому уж потерпите мой скудный словарный запас. Мечты сбываются. А вот, кстати, из той коллекции с девочкой, потом вот такой был там блокнотик, и еще что-то было. Велосипеды. Одно время я такая думала, буду коллекционировать блокноты с велосипедами. Прямо у меня вот какая-то идея фикс была. Но потом как-то я передумала. Вот такая вот красотища у меня есть. И это стикеры. Это мне Вика, по-моему, дарила. Вика, я и Никита канал. Вам большой привет. Это стикеры для записи. Очень удобно, кстати. Я не пользуюсь, отложила, потому что для меня это такая... так сказать, подарок, и плюс это такая редкая вещь. Вот такой вот красивый блокнотик. Все, что не происходит, всегда так, как нужно, и только к лучшему. Далее сова. Одно время, кстати, в фикс-прайсе было очень много всего с совами, просто мега много. Вот они, велосипеды. Затем такой вот цветочек. Далее встречаем Виталия. Авокадины. Но они здесь были с... По-моему, что-то приделано на какой-то планшет. Ну, планшет я убрала, и, короче, остались одни листочки из той же оперы, которые вот такие были. Сюда убираем. Опять-таки совушки. Куда без них? Так, вот это немножко другое место пока что. Еще зеркальцем меня там видно было. И еще зеркальцем. Розовенький. Такой вот красненький, яркий оранжевый неоновый блокнот, котики, вот такой вот веселый блокнот «Учимся рисовать». Это вот, кстати, для детей, смотрите, тут есть картинки по номерам, надо Еве, кстати, отдать, она уже у меня тут что-то, ой, руки у меня страшные, уж не обессудьте, видите, соединять по линиям для маленьких деток очень даже. Такие красивые котики, они, кстати, переливаются некоторые. Затем, ой, такие кактусы, какой-то он, да, нестандартный. Даже забыла, что у меня есть такой блокнот. Овечка. Мяу-мяу-мяу. Мяу-мяу-мяу. Может, не петь? Ла-ла-ла-ла-ла. Хотите послушать, как я... Ла-ла. Лучше не надо, я согласна. Вот такая красота. Вот блокнот на планшете, смотрите, вот так вот он шел. И здесь очень удобно, кстати, чик-чик. И здесь еще ручка вот здесь, вот эта вот, видите, такая штучка, здесь была ручка, но ручку я уже убрала.
Вот такой вот формат блокнота. Сова, что-то у нее уши загнулись. Ну, бывает. Здесь просто белые листочки, тоже из Фикспресса. Основная часть моих блокнотов — это Фикспресс. И такой же блокнот паровозик. Надо Еве отдавать, пусть рисует, в общем-то. Вот такой малыш. А и еще вот свечка есть из этой же серии. Так, так, продолжим. У меня тут кое-что... Ой, на полу, это у меня на столе было. Теперь я с пола поднимаю все наверх, чтобы мне не наклоняться. Очень, очень, я вам скажу, трудоемкий процесс, поверьте мне. Затем вот еще собачка есть такой милый. Очень красивый тоже блокнот. Мне кажется, мне кто-то его тоже дарил. Вроде бы Наташ, если я не ошибаюсь. Если ошибаюсь, уже не обижайтесь на меня. Потом опять вот с зеркалом. Здесь круглое зеркало. Такой вот. Такой же сделан. Крутой. Вот такой вот тут, кстати. Они тоже, видите, немножко блестят. Просто в клеточку блокнотик. Вот с такими кошками. Он уже такой поболее. Кстати, смотрите, какой внутри. Котики нарисованы. Такой можно считать редким блокнотом или нет? Есть и такой яркий, тоже неоновый. Еще такие тетради, помню, были в Фикспрессе. Котик отдыхающий, спящий, с маской на лице. Вкусняшки. Еще панда, да? По-моему, панда. С донатом, с донатом, с пончиком, короче. Опять зеркалом. Тут, ну, зеркало такой домик, короче говоря. Зеркало домик. Опять из красивых. О, вот этот такой красивый, да? Новогодний-новогодний. Прямо-таки новогодний-новогодний. Единорог, поверь в сказку. Вот, природа. Очень симпатичный блокнот. Не помню, по-моему, из Фикспрайса. Ну, кто меня давно смотрит, то знает, что основная часть моих блокнотов, она из Фикспрайса. Вот этот такой классный, знаете, он, ну, видите, да? Выпуклый, прикольный. Антистресс, короче говоря. Такая сова или кто, не знаю. Котик. Записная книжка. Еще сова. С зеркалом, с бабочкой. Опять домиком. С домиками, видите? Так, вот такой. Мне кажется, это мне тоже кто-то подарил. Не помню. Честно, не помню. Вот такой блокнотик с милыми зайчиками. По-моему, он в клеточку. Это в Ашане я точно покупала, помню. Затем еще такая красота. Вот такой блокнотик. Заказывала где-то в Китае. Но он такой редкий, я его не буду использовать. Это будет прям в коллекции. Я просто хочу разобраться, какие я точно оставлю для коллекции, какие мы будем использовать, какие-то, может быть, подарю. Еще вот такой вот из Ашана. Потому что это очень много, надо это как-то разгрузить. Ой, друзья, поднимаем следующую партию. О, ставим на стол. И сейчас будут очень такие красивые блокноты. И я, наверное, думаю, что их нужно показать в следующей части, потому что их, ну, как бы немало, да. И давайте на этом я тогда закончу с маленькими блокнотиками. И сейчас еще покажу, потому что тут красивые картинки будут. Я хочу некоторые показать. На этом я буду заканчивать свое видео. Кому понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик под видео, чтобы всегда быть в курсе, когда у меня выходит новое видео. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Ну, а я, конечно же, в свою очередь, буду готовить для вас новые видео, новые обзоры, новые покупки, новые болталки. И, конечно же, Фикспресс. Обязательно проходите, смотрите предыдущие части. Всем пока-пока и до новых встреч. Пока!